любимые боксы. Мои любимые боксы, которые я очень люблю. Их можно купить со скидочкой. Вот. Но они не всегда есть в наличии. Это у нас идет коробочка для душа. Смотрите. Здесь у нас варежки для массажа, да, для того, чтобы убирать ороговевшие клетки кожи, для того, чтобы стимулировать хорошее, правильное кровообращение в коже ног, ягодиц, животика, для того, чтобы сделать такой себе лимфодренаж, да, чтобы не было застоя лимфы, соответственно, таким образом вы понемножечку избавляетесь от целлюлита. Классные варежки я брала себе с голубенькими. Голубенькие приехали. Вот, ну, очень хорошее такое качество. Мне понравилось. Дальше. Это у нас спрей. Ой, немножечко потекло. Спрей с лавандой. Для спокойного, уютного сна, для того, чтобы успокаивать нервы. Здесь объем 60 мл. Его хватит очень надолго, потому что мы используем там буквально два нажатия, да, на один раз. Вот, попшикали либо подушечку, либо, не знаю, одеялко, либо просто распылили в комнате. И этого достаточно для того, чтобы эфирные масла попали внутрь нас, да, и начали уже свое успокаивающее действие. Дальше, следующая позиция, это масло жожоба. 100% натуральное масло. Я его использую после скрабирования варежками, либо сухой щеткой, да, сухой массаж. Вот, проскрабировалась, либо промассажировала варежками, принимаем душ и дальше локально наносим это масло. То есть, где скрабировали, где массажировали, туда и наносим маслочко. Ну, потому что объем маленький, да, как бы, поэтому я локально наношу. Дальше, еще одна позиция, это гель для душа миниатюрка. От этого же бренда, видите, только маленький объем. Если вы думаете, покупать вам большой объем, не покупать, возьмите набор миниатюрок. Здесь довольно-таки классный состав, и как раз протестируете, да, подходит вам данный гель или нет. Объем тоже 60 мл. Очень удобно в сумочке носить, да, брать с собой куда-то в поездку. Прям шикарно. И еще одна позиция, это морская соль. Здесь шикарный состав. В составе у нас морская соль, дальше кокосовое масло, масло апельсина, масло лимона, масло чайного дерева. Просто шик, да? Баночка небольшая, но я с этой солью делаю ванночки для рук или ног. Поэтому хватает где-то раз на 5 применения. Очень удобно, аромат божественный и эффект тоже довольно-таки хороший. Вот, классный, классный бокс, я очень вам советую его все-таки купить, протестировать. Внизу под видео должна быть ссылочка на него, если его не убрали, да, с продажи, я, конечно же, вам размещу.